Я сейчас пью такой фреш, делаю себе для очищения печени и крови. Такой зимой как бы очень мало, скажем так, с чего можно сделать. Ну, я нашла такое очень хорошее очищение. Он выводит еще вредные гормоны тоже с организма, эстрогены. Я делаю свеклу в блендере с морковкой. Там нужен сельдерей, я вместо сельдерея, сельдерея у нас не нахожу. Кладу петрушку, огурец один. И, в общем, вот такое, добавляю воду и делаю такую как бы выжимку из этого всего. И потом отжимаю, и получается сок. Вот этот мякоть эту я не ем, хотя тоже там можно и хлеб там с него делать, там какие-то хлебцы. Пока мякоть я еще не применяю, но вот этот сок я пью два раза в день и вот очищаю. И я еще хотела какой-то очень мощный такой по составу. И считаю вот этот Paradis Herbs и по цене, и по составу, и по качеству, то, что здесь очень много всего содержится. Самое здесь главное, это ОРАК содержится, вот этот ОРАСИ. Это такое антикислитель, скажем так, защелачивающее вещество. Из зеленых оно добывается. Вот и вот такой комплекс зеленых, он содержит этот орак. Антиоксиданный порошок. Здесь 15, получается, порций. Сейчас посмотрим. Но здесь не только зелень. Совочек здесь есть. И здесь таких 15 штук. Здесь очень мелкий порошок. Ну, чего тут только нет. Вот так вот он выглядит. И я его буду добавлять, если он, конечно, мне покажется противным. Я его просто буду запивать водой, чтобы не мучиться, сильно взбивать в коктейли не буду. Но здесь очень классный состав, конечно. Можно залить одну ложку яблочным соком, водой. Ну, или бросить просто в ваш коктейль. Протеин 2 грамма. Это все в одном будет, вот в одном этом совочке. Здесь есть 1 грамм сахара. Я сейчас сахар убрала. Ну, есть, видите, добавлен. Волокна 1 грамм. Содиум 21 миллиграмм. Вот. Еще здесь, помимо всего этого, есть альфа-альфа. Ну, это как альфа-альфа, это у нас получается как хлорофилл. Ну, все зеленые растения, они, это получается, чистый хлорофилл и есть, потому что все зеленые, вся зелень, она содержит хлорофилл. Спирулина, хлорелла, шпинат, брокколи, петрушка, кали, это капустка такая, томаты, натуральный витамин С, кверцетин, 812 миллиграмм здесь. Это вот в одном совке все, представьте. Ацерола берри экстракт, органический каму-каму здесь есть. Представьте, если это все отдельно купить. Это, конечно, амла здесь есть, это аюрведическая, асаи ягоды, ягоды коджи. Все вот эти антиоксиданты, получается, содержатся. Супер бета-глюканы из грибов. Я бета-глюканы тоже из грибов сейчас принимаю. Из агариуса, кардицепса, майтаки, рейши, шиитаки. Вот представьте, это получается 250 миллиграмм вот этого всего. Тоже очень в одной вот этой совочке, в одном этом ложечке. Пробиотики и пребиотики здесь. Органический ягодный бленд, клубника, малина, блюбери, вишня, гранат, кренбери, клюква. Для энергии асаи, получается, добавлены сок, порошок сока. И мака здесь даже добавлено. Супер антиоксиданты, органические зеленые. И зеленый чай экстракт, грейпсид экстракт. Это косточек грейпфрута. Молочный чертополох здесь. Очищение и тонизирование. Получается, для печени расторопша, артишок. Очень хорошо для печени. Ну, я не знаю, такой состав. Тут я еще не все зачитала. Если интересно, читаю дальше. Адаптогены, элитерокок, радиола, джагулан, рейши, базилик, ашваганда, астрагалус, шиссандра, это шиссандра у нас, по-моему, лимонник, годжи опять, кардицепс, тут грибы, это в таком составе, в таком, американский женьшень, имбирь, и энзимы даже содержатся из имбиря, куркумы, корицы. Представьте, сколько здесь всего. Я, наверное, минут 5 читала или сколько. Вот, это все сухое. Вы просто его добавляете, оживляете. Его добавляете в воду или в сок, или куда вы пьете. Я, может, в коктейль свой буду добавлять. Ну, хотя не буду я его портить. Я и так его еле пью, пока еще не привыкла к этим фрешам. Вот, давно я хотела заказать. И такое есть, по-моему, вот эта банка стоит $16, но здесь на полмесяца, да, получается, вот этих всех, вот, представьте, накупить эти все отдельно препараты, зелень, вот эту всю, это, конечно... Я думаю, что стоит того. И есть в большой банке. Но у меня поместилась маленькая. Я, может, еще закажу себе или другой какой-то марки. Ну, просто по составу, по тому, что здесь вместимость. Другие коктейли намного дороже стоят. Тут есть коктейли с таким составом, тоже мощным. Там и пробиотики будут, и адаптогены, и грибы, и всякие там антиоксиданты. Но будет цена больше. А касторовое масло.
Я его заказывала уже второй раз, мне оно понравилось. У меня касторовое масло есть в баночке, но мне не хотелось его пить, я поэтому нашла его в капсулах. И очень удобно. Единственное, подбирайте дозировку где-то, наверное, от 6, от 8 капсул начиная, потому что здесь, получается, возьмите одну капсулу дважды в день, у вас должна, чтобы эффект чистки был, потому что касторовое масло, оно очищает кишечник, слабительное действие имеет, и оно считается противопаразитарным. Ну, его если пить, например, в жидком виде, то там пьется один, по-моему, миллилитр берется на килограмм веса. Но пьется это масло, запивается каким-то кислым соком, типа грейпфрут, лимон. И таким образом идет открепление паразитов, потому что паразиты, у них есть всевозможные ухищрения, чтобы прикрепиться к органам. У них есть всякие там вот эти крючки. Там кто-то смеялся недавно в отзывах, что типа ха-ха-ха, паразиты, ну, у них есть действительно всевозможные хорошие приспособления, крюки всевозможные, там клешни, там какие-то еще что-то, в общем, страшное дело. Очищение, если идет организм, а противопаразитарка или нужно почистить кишечник, касторовое масло очень хорошее имеет действие. У него и противоопухолевое еще действие, а местное можно купить касторовое масло чистое, без гексана, на Эхербе есть. Можно делать чистку печени, например, непосредственно накладывать повязку. Не повязку, а ткань, пропитанную обильно этим маслом, накладывается на область живота, органов больных, например, и оно вытягивает очень хорошо токсины, и как бы идет чистка, очищение печени там и других органов лечения. Поэтому и при миомах делают аппликации вот такие, где-то надо час лежать с грелкой, ложится на орган, там, на который вы лечите. Если нет грелки, можно нагреть какую-нибудь крупу, например, рис там или что у вас есть, гречка, и очень хорошо тоже крупа держит температуру. Там еще электрогрелками, по-моему, греют, но электричество все-таки оно немножечко вступает в контакт, воздействует на организм нехорошо, поэтому лучше так. Вот, ну, вот это я взяла касторовое масло для принятия вовнутрь. Явно слабительного эффекта я от него не получаю такого, чтобы сильно, но я его и не пила сильно много, я штук 6 пью его, но все равно работа идет. Вот такие здесь капсулки, здесь еще добавлен фенхель, и таким образом очень мягко он проходит для желудка, нету никаких там каких-то побочных действий, которые может вызывать тяжесть какую-то касторового масла. Здесь добавлен фенхель, и он, кстати, имеет свой аромат такой пряный, можно сказать. И в одной капсуле здесь 650 миллиграмм этого касторового масла, а надо 1 миллилитр, получается, на вес, килограмм веса, то есть надо как-то рассчитывать, переводить. Можно просто подбирать капсулу, начните с 2, там с 4 капсул, ну это мало, наверное, с 4 начните, с 6, 8, ну где-то 8, я думаю, может быть уже эффект тогда слабительный такой, который вам. Здесь такой фермент серопептаза, я его уже показывала в предыдущих видео, я уже пропила вот одну банку. Серопептаза тоже такой очень интересный фермент, она выделена из там что-то желудка тутового шелкопряда, там какое-то это вещество, и оно противовоспалительное имеет действие. Хорошо оно применяется для заживления ран, оно хорошо противовоспалительное. При аллергических реакциях хорошие отзывы есть, помогает. Убирает мокроту, вот это все хорошо. Тоже противоотечное действие. И если его принимать натощак, на голодный желудок, то оно еще улучшает обменные процессы, растворяет всевозможные опухоли, выводит как бы воспалительный процесс. Это, в принципе, борьба организма, и ему нужно освободиться, как бы отторгнуть больные клетки, отмершие, умершие. И вот серопептаза, она очень помогает в этих случаях. После хирургических вмешательств очень хорошо там используют ее. Она есть как и в аптеке, тоже это как аптечный препарат. Сейчас уже энзимотерапия, просто не все доктора об этом почему-то знают или хотят вникать, они сразу какие-то, ну, дают рекомендации. Чаще всего, ну, в общем, они не верят в это, видимо, потому что всякие ферменты, подумаю, что фермент может какую-то опухоль доброкачественную, например, убрать. Ну, есть отзывы, что люди хорошо уменьшают, например, миомы, всякие образования какие-то тоже, потому что, ну, вот этот фермент, эти ферменты, они переваривают и выводят с организма все вот эти опухоли. Ну, а воспалительный процесс, это и есть такой, как бы, какой-то, есть очаг в организме, который даже могут не найти. Ну, многие даже пьют, я видела еще, от у кого риниты, тоже пишут, видела отзывы, очень хорошо действует, у кого риниты, аллергические риниты, оно хорошо, как противовоспалительное, у нас носоглотки действует. После удаления там тоже что-то, аденоидов даже там, я знаю, что вроде как его употребляют ее. В общем, такой, поизучайте фермент, очень интересный, изучена, скажем, эта тема, уже исследована, используется даже на практике, но как-то не все ее
применяют. Потому что есть более такие химические препараты, наверное, и их используют лучше. Фэт-магнет называется, это на самом деле хитозан в хорошей форме и в хорошем составе. Ну, единственное, тут в двух капсулах 500 миллиграмм хитозана, не знаю, может, какой-то другой марки побольше, но, по-моему, во всех так идет. Да, по-моему, у всех так идет 250 миллиграмм хитозана. Его, видите, как рекламируют и позиционируют как для похудения, поэтому он называется фэт-магнит, то есть он как притягивает жир, но он не только жир притягивает, он притягивает токсины очень хорошо. Еще у меня была практика, когда я принимала БАДы Тяньши, там тоже у них хитозан, у них там больше он не как для похудения, а как для заживления, лечения, вывода токсинов, противораковый тоже он тоже, потому что он выводит тяжелые металлы из организма. Ну, то есть он как магнит, он на себя притягивает, потому что хитозан, он берется из вот этого хитина, то есть это хитин на самом деле. Здесь из раковин идет он. Есть хитозан грибной, но он дороже. Есть из грибов тоже хитозан. Тоже будет такое же действие. Да, он и жир притянет, и там пишут, что там алкоголь, и послеалкогольное опьянение помогает. То есть вот это как вот на следующий день, когда идет отравление алкоголем. Ваш мозг, белок мозга, мозг это состоит как из белка, и когда вы заливаете в себе в кровь алкоголь, этот белок сворачивается, поэтому у вас идет интоксикация. Можете посмотреть опыт в интернете. Заливается спирт в белок, куриный белок, и что с ним происходит? Вот приблизительно то же самое каждый раз, когда вы пьете, происходит с вашим мозгом. И если вы говорите «я чуть-чуть» или «я там что-то качественное, дорогое пью», все равно то же самое происходит с вашим мозгом. Идет сворачивание белка. Это уже необратимый процесс, который вы практически уже не восстановите. Только, ну не знаю, какими-то аскезами потом. Но все равно вот эти отмерзшие ткани мозга, они необратимы. Поэтому алкоголя не должно быть даже капли. Даже желательно учитывать, что алкоголь содержится в лекарствах, в настойках. То есть стараться избегать таких настоек, потому что все равно, если есть какая-то тяга к алкоголю, алкогольная зависимость, она может сделать как бы возврат. И вот этот фэт-магнит, этот хитозан, просто буду его называть, просто я в таком варианте его купила. Я его уже заказывала. Здесь еще помимо хитозана содержится, что очень хорошо, семена подорожника, кислота какая-то и алоэ вера. Даже гель здесь есть. В общем, это не помешает. Ну, вот я его взяла для детокса тоже организма. Я периодически такой детокс делаю. А в моем опыте, когда я брала еще какие-то добавки от Тяньши марка, у них хитозан очень хорошо, много информации о нем. Меня он заинтересовал. У моей знакомой, у ее мамы было проблемы с ногами, ну, с венами. И у нее уже раны были на ногах. То есть все, там не только уже вены, там уже открытые раны были. И она категорически не хотела идти к врачам, там, на операции, вот эти все, они бы ей только операции бы посоветовали. Она до последнего держалась, сидела, уже не выходила из дома, потому что она не могла на себя ничего надеть, потому что вот это у нее сыпалась кожа уже, отшелушилась. И она ей давала вот хитозан и кордицепс. Есть еще вот такой гриб кордицепс, очень хороший, очень мощный, противо тоже он опухолевый, самый сильный, можно сказать, гриб. Он просто очень много покрывает он заболеваний. Просто вот она давала, я помню, что хитозан и кордицепс. Эта марка очень дорогая, там сильно много препаратов, как я сейчас заказала. Там, может, 2-3 препарата только купишь за такие деньги. Но херб, здесь все это по цене намного ниже, чем брать у нас. Поэтому вот этот хитозан у него, вы можете сделать детокс. Для похудения не знаю, я его не для похудения использую. Для похудения надо большие дозировки, наверное, пить. Ну, то есть жирной пищи. То есть он, когда вы принимаете жирную пищу, он просто ее тянет на себя, вот этот все жиры. Ну, лучше жирную пищу не есть, от которой вам плохо. Но есть такие, что используют его вот именно по такому назначению, как рекламируется. В принципе, здесь реклама идет, как диетическая добавка. На самом деле хитозан, он очень хорошо для костей, он еще хорошо защелачивает кровь тоже. Он еще хорошо, я сказала, уже очищает кровь от токсинов, выводит токсины, тяжелые металлы всевозможные. В общем, если вы что-то там накопили в организме, он это все выводит. Поэтому я о нем всегда помню, потому что у меня есть примеры жизни, когда он хорошо заживляет, если у вас есть какие-то с кожей проблемы, язвы, псориаз, то есть пробуйте хитозан в любой форме, то есть просто смотрите, чтобы дозировка побольше была. Здесь рекомендуется, сейчас посмотрим. Две капсулы
дважды в день. Здесь, ну, 4 капсулы, да, его как бы мало. И здесь 72 капсулы упаковки. Типа рекомендуют это для похудения. Во время еды он его используют, в основном принимают для похудения во время приема жирной еды. Некоторые просто его держат дома, используют как сорбент. То есть можно еще сказать, как сорбент. То есть при отравлении, любые сорбенты, они при отравлении помогают. Что они делают? Они выводят, вытягивают на себя токсины и выводят их с организма. Вот так он работает, как сорбент, можно сказать. Но не только для похудения, как здесь рекламируется. Я бы так не сказала. Скользкий вяз это называется. Это кора скользкого вяза. Он очень хорошо помогает, если есть проблемы с ЖКТ, желудок, слизистые желудка. Он покрывает такой как бы оболочкой. И если у вас есть изжоги, язвы, вот это вот он очень хорошо помогает. Еще помимо этого у него очень хорошее действие от мокроты. То есть он выводит вот эту слизь, которая накапливается при кашле, там, ну, вот этот бронхит и бронхи очищает. Ну, вот это все он как бы обволакивает, когда вот вы сильно кашляете, вам хочется что-то такое смягчающее. Да, то вот именно скользкий вяз, вот этот, он так действует. Я его заказала для желудка. Такая хорошая штука. У меня вот такие свечи. Их, кстати, очень тяжело словить. Часто их нет в наличии. Это такие лечебно-профилактические вагинальные свечи с чайным деревом, чистым маслом чайного дерева. Здесь очень хороший состав. Растительное масло, масло чайного дерева и все. Здесь твердое масло какое-то. Ну, кокосовое, наверное. Эти свечи можно применять для лечения молочницы, можно их применять раз в месяц для до очищения как бы после цикла вашего организма и ну просто как бы подавляет он грибки. Чайное дерево очень хорошо. Самому делать всякие можно тоже как бы с чайным деревом. Тампончики тоже делать. Ну удобнее все-таки вот такие вот свечи. Здесь вот такие свечки. Они их используют на ночь, по-моему, 6 свечей. Я читала отзывы, что люди раз в месяц их даже используют, как дезинфицирующее такое очищающее. Ну, вот такая у меня была посылка с БАДами. У меня еще тут было косметики немножко и продуктов, но я уже в следующей части об этом расскажу, потому что очень не так всего много. Спасибо за внимание, спасибо, что вы используете мой код SJS024. При каждом вашем заказе он дает скидку 5%. Спасибо за внимание, всем здоровья, до свидания.